неизвестно кому. Да вы что, с ума сошли? Чтобы я доверил внутренние данные компании неизвестно кому? Куда телефон? Сидеть! Телефон-то куда? Вылезаешь, моргнул глазом. Садир, это казенное имущество, и выносить я его не позволю. Малик. Так, это казенное имущество, и выносить я его отсюда не позволю. Он пошел, да, и тут, тут Пончик проявил себя, как бойцовская рыбка. Она делала... Опять будешь здесь! Так, молчать! Обедать ты будешь здесь! Все на нее посмотрели так. Я это сразу была. Вот это. Вот бутербродик с колбаской. Все свеженькое. Угу. Кипяток есть! Кипяток есть. Вот супчик. Мама, кончи. Ты все передо мной забываешь слова. Главной героине достается больше всех. Без нее не обходится ни одна серия. Нелли живет на съемочной площадке. Домой уходит только под утро и даже на интервью ведет себя как Катя. Я сейчас туго соображаю. Невыразимая печаль открыла два огромных глаза. Цветочная проснулась ваза и выплеснула свой хрусталь. Это Мандельштам про Нелли сказал. А в интернете только и написано: выпускница в ГИКа, мастерская Тараторкина. 9.18, тизер 3, кадр 1, дубль 3. Тишина! Она умная, самокритичная идеалистка. Катя отличается от всех остальных. Она совершенно не из того мира, к которому стремится. Но она хочет от жизни многого. Какая она на самом деле? Сама актриса Нелли Уварова. Тихо. Я для кого сейчас говорю? Да, я была очень активным ребенком и всегда искала приключения. Мне доставляло огромное удовольствие залезть на двухэтажный гараж и оттуда спрыгнуть. И немногие мальчики на это решались, но я залезала и снова прыгала. Внизу там еще шла стройка, и валялись всякие бетонные штуки. В 13 лет я подстриглась даже под мальчишку. Кто она такая, Нелли Уварова, на самом деле? Самое время узнать об этом в 19.30 в среду на местном СТС.